Привет, друзья, с вами Ваймс, я продолжаю проходить Hollow Knight, и в прошлый раз я добрался куда-то. Куда-то в непонятные места. Видимо, я сегодня буду исследовать эту локацию. Я не уверен, где я и зачем я, но все-таки посмотрим. Я под городом слез, вроде бы. Наверное, да. И какое-то здесь все слегка такое серое и странное. Да. Упс, оу. Не хватило трех ударов. Точнее, скольких там? Двух ударов на него? Скольких-то ударов не хватило? Скольких я ожидал, хватит. Ну окей. Посмотрим, что здесь происходит. Допустим. Что это мне даст? А. Ну, норм. Не знаю, насколько это мне помогает. Упс. Так, ну-ка назад. Тридцать пять. Неплохо. Вполне неплохо. Наверное, туда лучше не падать. Оу. Какой незаметный враг. И какой в этом смысл? Не ясно. И сюда я наверх не могу подняться. Ну ладно, видимо, сюда все-таки стоит падать. Спуск вниз и еще. Еще деньги сверху. Все еще 35. Обратно вверх я подняться не могу, потому что там эти шипы. Возможно, я зря сюда спустился. По-моему, я не наношу этой хрени урона. Ну, не, по крайней мере, ближним боем я ей точно наношу урон. Я могу, конечно, так делать. Да. Не очень приятный враг. Окей. Ага, их можно убивать. Не уверен, что это мне дает. Окей. Это нехорошо как-то. Но с другой стороны, нет, нормальный враг. Легко уворачиваться от всего, что он и делает. Просто когда он на потолке, убивать эту хрень не очень удобно. Как и здесь. И немножко сложнее уворачиваться, когда я бью эту хрень в прыжке, и меня это отталкивает. Ура. Упс. Да, это меня приведет. Ага. Конечно, когда я на земле, это меня тоже отталкивает. Но на земле у меня контроля все-таки немного больше. Ок. Призраки какие-то. И это проход выше. Внизу был проход ниже. Допустим.
меня возвращает в начало. Окей. Не очень нравится вообще вся эта фигня с с картографом и с тем, как оно реализовано. Потому что, как бы, его очень легко пропустить. Потому что локации так построены, что... Окей. Окей. Локации так построены, что, собственно... Ну, это Metroidvania, здесь куча разных проходов с самого начала локации. Брюки навесил. Окей. Поэтому, если я не пойду по какому-то пути, который, видимо, разработчики посчитали очевидным... Оу, даже так. То я могу очень легко пропустить картографа и не получить карту. И карта — это очень важная вещь. Без нее довольно плохо живется. Окей. Окей. Продолжать хилиться. Пока что этот босс выглядит довольно легким. Кроме того факта, что я иногда случайно попадаю под его атаки. Ага. В основном, когда он просто прыгает, я под него попадаю. Окей. Или когда я просто прыгаю и падаю на него случайно. Ну ладно, хотя бы это прекращается само. Не надо его бить. Окей. Лови. Ух ты, этого застанем. Так, ну как минимум надо убить всю летающую хрень. И умереть, видимо. Окей. Босс не очень сложный, но довольно интересный. Как бы он сам довольно простой по мувсету, поэтому тот факт, что он сумонит всякую мелкую хрень, которая меня отвлекает, это нормально. Причем эта мелкая хрень, она умирает с одного. Но тем не менее она заставляет меня отвлечься от босса. И там в этом проблема, скажем так. Окей, мой призрак здесь. А, пожалуй, я пока что быстренько схожу в другие стороны. По крайней мере, в другую сторону от самого начала. Посмотрю, что там происходит. Там вроде был какой-то еще проход отсюда. И даже не один, вроде бы. Отсюда откуда-то я пришел, правильно? Сверху. Так, там куда-то стрелка показывает. Тут ничего нет. Наверху было еще что-то? Там, по-моему, еще был выход вверх. Ну ок. Это как-то более похоже на знакомые локации, скажем так. Со знакомыми врагами. Опс. Так,
Так что я подозреваю, что я отсюда смогу выйти в город слез. Или упасть на шипы. Тоже вариант. Ну. Окей. Куда меня это... Да, меня это респавнит в адекватное место. Там сундук остался, в принципе. Даже два. Но так это не очень хорошее место, особенно когда враг жив надо мной. Ау. Вниз лучше не падать. Как же бесит летающие враги. Тем, что они в основном очень любят быть где-то далеко от меня, дальше, чем я атакую. И дальше, чем я даже могу допрыгнуть и атаковать. Окей, пофиг. Слушай, умри. Там что-то есть. Там действительно что-то есть. Но это что-то бесполезное. На данный момент. Сломанный лифт. Ага, это платформа. Они как-то слегка выглядят как декорации просто. То есть лифт-то сломанный. Но подняться вверх я, возможно, могу. Возможно. Во-первых, туда я, возможно, могу попасть каким-то образом. Опс. Все плохо. Стоп. Таким образом? Нет, таким образом я могу попасть к сундуку. Оно того не стоило. Это тоже того не стоит. Когда у меня столько жизни. Я сейчас выйду не в ту шахту, которая справа была видна в городе слез на карте. А, нет. Ну хотя бы это позволит чуть-чуть отхилиться. Куда я попал? Ага. Ну, не совсем туда, но примерно туда. Очень сложные враги. Я хочу просто посмотреть, что мешает мне отсюда прийти. Закрытая дверь, видимо. Которую я с этой стороны могу открыть. Ну ок. Теперь у меня есть этот проход.
Но пока что я не буду здесь ничего делать и спущусь обратно вниз. Хотя сначала... не, пожалуй, все-таки спущусь обратно вниз. Посмотрю, что там происходит. Так, не могу ли я каким-то образом спуститься вниз и не попасть на шипы? Просто, типа, спрыгнуть с какой-нибудь стороны? Скорее всего, нет. Да, тут, по сути, везде шипы. Надо мной еще. А, да, понятно. Это не проблема. Вообще не проблема. Тут ничего нет. Нехорошо. Перелет. Это вот место мне немножко кажется странным, потому что это выглядит, как будто справа и слева от меня есть проходы. А, видимо, я потом из одного из этих проходов, возможно, смогу использовать супердэш и пролететь справа налево или слева направо. Опс. Что-нибудь подобное, скорее всего. Потому что обычным дэшем я не допрыгиваю туда. То есть, если я вот отсюда сделаю дэш влево, я не дотянусь немного до платформы. Ну ок, неважно. Окей, там ничего нет. И здесь везде я был, правильно? Совсем везде? Да, совсем везде. Окей, одну часть локации я закрыл. Я знаю, что наверху нет ничего полезного. А здесь? Ау. Ну как мне к этому подойти и убить? Видимо, так? По-моему, мне сюда уже нужен еще один апгрейд урона. С такими врагами связываться. Да, блин, там место кончилось. Оно еще и сюда может спрыгнуть, какого черта? Окей, я совсем не хочу с такими врагами связываться, но придется, чтобы забрать свой труп. О, я еще и респавнился здесь. Отстает. Окей. И где мой труп? Почему он там? Объясните мне кто-нибудь. Потому что тут у вас важнее достать. Видимо, да. А, я могу... Нет, я могу сбивать их выстрелы, пока они в полете. Окей. Если буду бить в правильную сторону.
Слушай, иди нафиг. Угу. Это нужно на дальнейший апгрейд оружия, так что, видимо... Видимо, мне действительно нужен следующий апгрейд оружия, сраный Бэтмен. Так, минуту. Так, окей. Ну, в общем, наверное, если я нашел руду, то мне стоит пойти и проапгрейдить оружие. Проблема в том, что я не могу отсюда пойти, поскольку я сюда спрыгнул, чтобы забрать свой труп, и обратно выпрыгнуть я не могу, потому что слишком высоко. Идеальный спаун трупа. Ну, собственно, он уже всю игру идеальный. Окей. Смогу ли я хотя бы убить эту хрень? Или она меня зажмет в угол и убьет? Ну, я смогу получить урон и перейти на другую сторону? Это немножко помогает. Бэтмен, иди нафиг. На этот раз я тебя вижу, Бэтмен. Тебя я не вижу, но оно и не надо. Ок. Вот это вот подло. Потому что я запрыгнул сюда. Снизу Бэтмена. Ну, наверное, я могу посмотреть вверх и увидеть его. И, в общем, вправо дышится уже бессмысленно. Так, ну мне нужно немножко маны, чтобы сломать пол. Сколько там нужно маны, чтобы сломать пол? Больше. Есть ли здесь более простые враги? Нужно ли мне вообще здесь быть? Ну его нафиг, я потом вернусь и сломаю пол. Ну да, да-да-да, выбраться я могу. Потому что... Оружие не проапгрейжено и все такое. Так что пока что я спущусь сюда. И посмотрю, что еще есть здесь, на этой локации. Окей. Бледный король. Нет, я не буду дропать все свои деньги в фонтан. Но также, видимо, мне ниже. Не настолько ниже. Упс. Стоп, что? Я как-то не совсем там оказался, где я думал. Ура! Ну да, давай мне карту. 112. Ура! Вот опять же то, о чем я говорил. Его очень легко здесь пропустить, потому что его не слышно на всю локацию. Соответственно, если я быстро пойду в левую часть локации, то я просто пропускаю его и все. И это как-то не очень хорошо. Ну ладно, теперь у меня, по крайней мере, есть карта. Теперь можно и босса, наверное, пытаться убить. Или, опять же, попытаться выбраться отсюда, найти метро, которое не то метро, на котором я сюда приехал, а которое нормальное метро. Я надеюсь, оно здесь существует. Потому что иначе выбираться отсюда неудобно. И проапгрейдить оружие все-таки. Ну, естественно, я могу пешком выбраться в город слезы и, в принципе, там довольно близко апгрейдить оружие, правильно? Может попробовать это сделать? И куда это меня приведет? Ну, куда-то, куда я не могу допрыгнуть. Ясно. Тогда, наверное, да, действительно, мне проще выбраться в город слез пешком. Может быть, если я пойму, как это сделать. Это опять же фонтан. Я не уверен, что я хочу кидать все свои деньги в фонтан. Возможно, мне пригодятся мои деньги где-нибудь в другом месте, например, чтобы купить себе апгрейд оружия, или чтобы купить себе какой-нибудь там чарм, или еще что-нибудь такое. Слоты. Мне нужны слоты. Ну ок. Для этой локации у меня нет карты, потому что это другая локация, видимо.
Ну, хотя бы на этой локации я знаю, куда мне идти. Нифига себе у него чардж. Далековато, не? Еще один. Ок. Почти 2000 денег. Неплохо. Кто-то вроде в прошлом видео спрашивал, что типа, зачем я коплю 2000 денег и потом пытаюсь их не потерять. А когда у меня в прошлый раз была возможность выбраться куда-либо, не пробегая через полкарты? Потому что с прошлой локации я, по-моему, вообще не мог выбраться назад. С этой локации, ну опять же, через город слез, то есть через километр пешком идти. Я бы, конечно, тратил деньги, как только накопил там 900, но для этого нужно попасть туда, где я могу их тратить. А с этим есть некоторые проблемы. Упс, недолет. Ну опять же, если для покупки чего-то мне нужно там 900 денег, то, естественно, мне придется копить 900 и пытаться их не потерять. Тут враги не респаунятся или... Нет, они просто выше были. Как я тебя ненавижу, летающая хрень. Упс. Как-то у меня мало маны было. Ну окей. Кузнец был, да, налево до конца. Это легко. Окей. И окей. 2000 уже денег. Надо перестать получать урон. Да, это я видел уже. Это, да, сюда нужно... Нужен простой ключ. Отсюда, в принципе, недалеко до метро. Так что, может быть, в этом есть какой-то смысл? То есть проапгрейдить оружие... И выбраться вообще обратно в хаб. Купить себе слот для чарма, купить себе там самих чармов. Простой ключ, опять же, я могу купить. Ну, наверное, если мне на это все хватит денег сразу. Потому что сейчас он скажет, типа, там, апгрейд оружия 1000. И все, и больше ни на что у меня практически не хватает. Подло. Ну-ка. Да, между городом слезы и бейсином там есть еще одна локация. Бледная руда. Ну-ок. Ранжо Стенджа. 800. Ну, почти 1000. Ну, может, хотя бы оружие у меня станет
Да, Магве. Городел Акари. Фендасу. Еще два куска руды. Окей. Для следующего апгрейда. Я как-то вообще не пользуюсь этими всякими спецатаками. А, наверное, потому что они долго заряжаются. Могу ли я, кстати, на ходу? Да, я могу их на ходу использовать. То есть можно как первую атаку использовать что-то из этого. Типа вот так. Ну, посмотрим, насколько урон вырос. Это я и так с одного убивал. Это я и так с двух убивал. Это я убивал с четырех. Теперь с трех. Ну, вырос, конечно. Но не настолько сильно, как я надеялся. Где я еще не был здесь? Справа сверху? Какое-то ответвление, в которое я не ходил. Пойду посмотрю, что там происходит. Я пытался удашиться влево. Ну ладно. Окей. А, стоп, это нужно... Нет, это нужно не отсюда, это нужно отсюда идти. Все нормально. Или нет, потому что здесь нужно открыть с другой стороны. Окей, все ненормально. Не, я понимаю, как туда попасть. Просто я надеялся, что я с этой стороны тоже могу туда попасть. Видимо, нет. Тогда вверх. И сюда. У тебя-то хотя бы два удара, да, ура. Упс. Отлично. Эти два удара все равно очень сложно сделать, но все-таки. Окей, иди нафиг. Не хочу связываться. С тобой тоже. Куда это меня приведет? Ага, магазин. Так. Ага, ему можно продавать всю эту хрень. Окей, я могу сразу все пять? Нет? Он будет каждый раз что-нибудь новое говорить. Да. Велми Артрид. Качел Лиесоки. Велми Артрид. Журнал, который на разных языках написано. Так. Велми Артрид. Держи последний. Борисон Киен. Велми Артрид. Окей, это немножко выгоднее. Опал. Пять великих рыцарей. Ну ок. Велми Артрид. И как это связано с этими печатями? Борисон Киен. Велми Артрид. Ну хотя бы он мне дает кучу денег за это. Опал.
Да, у меня есть еще две печати для тебя, еще там идолы всякие. Держи. Статуя на входе в город. Ну да, статуя там есть. Или это он не про ту статую? Или, видимо, он про те ворота, которые я только что открыл слева. Не уверен. Ладно, неважно. Так, ну и идол короля. Опал. Окей, и еще один. И привет, огромная куча денег. И я сейчас умру и потеряю все. Все идут немножко разные. Ок. Ну, я нашел кучу денег. Это неплохо. Теперь я смогу вообще все, что мне нужно купить. Надо только выбраться отсюда. Окей. Как это все работает? Нет. Видимо, так. Потом разберусь. Пока что мне нужно выбраться отсюда. Но это не похоже на путь отсюда. Или похоже. Стоп. А, нет, мне нужен лифт, который здесь. Видимо, да. Да-да-да, я помню это место. Отдохнуть. И если я еще пройду левее и сильно выше, то я доберусь до метро. Я также могу использовать еще один поезд, который совсем наверху, наверное. И он меня куда-то еще привезет. Идите нафиг все. Мне лень за вами гоняться. Игнорить летающих врагов эффективнее, чем сражаться с ними. Ура. Ну и поехали отсюда. Дима. Мне нужен простой ключ. Как минимум один. Мне нужно слот. Но это не здесь. И мне нужно что-то еще, вроде бы. Так, у меня есть вот этот вот ключ, который непонятно от чего. А, так, что это такое? Больше неуязвимости при получении урона. Больше сильнее отталкивать врагов. Я куплю ключ. Мне, наверное, не нужно ни то, ни другое. Хотя они дешевые, так что не знаю даже. Я куплю этот ключ в любом случае. Он когда-нибудь понадобится, я уверен. С остальным, если деньги останутся, когда я вернусь сюда, то возможно. С картами что-нибудь новое появилось? Папа надо. А, оно будет... Да, отмечает поезда на карте. Вроде кто-то говорил, что да, если с другой стороны подходить.
то можно поговорить. Тут что? Ничего, правильно, да. Окей. Тогда вниз пока что. Не, вообще не так вниз. На метро вниз. Намного ближе. Куда я остальные деньги буду девать, я не знаю, потому что, по-моему, у меня слишком много денег. Мне хватит купить все, что я хочу купить, и еще останется. Ниже и правее. Окей. Еще ниже, правильно? Да. Я все еще не убиваю этих врагов с одного. Это немножко напрягает. Так. Дай мне все свои вещи. Мне нужно 7 чармов еще, чтобы получить еще один слот. Ну, видимо, я покупаю чармы просто, чтобы покупать чармы. Ладно. Я хочу еще раз попробовать туда запрыгнуть. Да, все-таки сюда можно запрыгнуть. Ты фраг? Ты друг. О, сана. Ой, я могу плавать. Надо ли оно мне? Видимо, нет. Видимо, это путь назад, если я упаду сюда. А мне нужно на самом деле наверху прыгать везде. Ну, или может быть здесь тоже что-то есть. Сейчас узнаем. Ну, в ближайшие там 10 минут узнаем. Как только я доплыву до конца. И потом мне придется 10 минут плыть назад. Ну, тут есть проход дальше. Окей, уже хорошо. Мне нет карты. Окей. Какой он дамаговый. По два сразу. Окей. Ура. Опасный враг. Лучше с ними не связываться пока что. Наверное. Это еще куда-то проход. Как странно.
Окей. И окей, я вообще там теперь. Да ну нафиг. Не хочу тут быть. Ну или хочу. Я не знаю, хочу ли я тут быть. Ага, так, ну-ка. Куда это меня приведет? Справа был какой-то выход. Секретка? Секретка с Бэтменом? Секретка с тупиком и Бэтменами? Возможно, я чего-то не понимаю. Пол нигде сломать нельзя. Вверх тоже попасть нигде нельзя. Видимо, я что-то не понимаю. Упс, шипы. Ну ок. Здесь есть лифт, и я, в принципе, попаду туда, где я только что уже был, по сути. Упс. Ну, относительно туда, где я уже был. А если я спущусь? А если я поднимусь? Почему я не могу здесь посидеть? Потому что арена. Ясно. Вау, он прыгает. Нет. Да? Почему он так не вовремя прыгает? Где я отдыхал? Здесь я отдыхал. Окей, пойду верну свои души. Не души, а, ну, в общем, свой призрак, свои деньги. Потому что туда я еще раз идти не хочу. Пока что. Так, нет, у меня выше. Окей. Иди нафиг. Теперь мне ниже. Ура. Мне нужно купить все чармы, которые продают в городе. Мне нужно эквипнуть что-нибудь, потому что у меня теперь слот есть дополнительный. И не знаю, что еще. Пойти обратно в самый низ, но, блин, туда идти долго. Там, конечно, есть босс, которого я знаю, но туда идти долго. Пойти в кристальные шахты посмотреть, что там есть, потому что мне продолжают писать, что я там что-то не нашел. Посмотрим. Окей. Угу. What, darling?
Хорошо, что у меня было немножко жизни. Ну, понятно, зачем нужны эти там яйца желтые. А, нет. Лифт. Вернись. Он вернется сам. Или все, теперь мне нужно в шахты пешком идти. Я не хочу идти пешком в шахты. Почему с тобой нельзя поговорить все еще? Ладно, неважно. Но этого не хватит. Мне нужно 24 чарма. Это не 24 точно. Это тоже куплю, потому что деньги есть. Да-да. Да-да, одна четверть, я в курсе. У, он их бесконечно продает. Или как? 800. То есть просто каждый следующий кусок дороже, но можно покупать их до бесконечности? Окей, прощайте все мои деньги. Привет, еще одно сердце. Нет, дальше нельзя. Дальше только ману. То есть он одно сердце суммарно продает. Видимо так. Лифт, ты вернулся? Да, ура. Лифт вернулся. Надо было отдохнуть в городе еще. И квитнуть чармы. Ну, наверное, здесь где-нибудь есть скамейка. Да, чуть выше, чуть правее. Главное до нее добраться. Окей. И окей. Ну, поехали, чё? Наверх я все еще не допрыгиваю. Тут можно отдохнуть, потыкать чармы. У меня один слот. Это мне не очень нужно, в принципе. Вот эти вот три мне нужны, в принципе, все. Я могу, наверное, эквипнуть фигню, которая больше... Так, что это такое? Да, это защита при получении... Точнее, да, неуязвимость при получении урона. Больше души. Больше дамага магии. Дэши. Дамажит всех вокруг. Мало жизни. Дальность. Наверное, мне имеет смысл быстрый фокус поставить, чтобы быстрее хилиться. Потому что больше у меня ничего особенно хорошего вроде бы нет. Да. Ну, у меня есть еще двойной отхил, но он... С ним там свои проблемы. Он, во-первых, больше слотов жрет, так что его не эквипнуть, по сути. Во-вторых, я не уверен, что он мне вообще нужен сейчас. Так, насколько мне еще ниже, правильно? Еще ниже. Через прессы. Это легко. Теперь отсюда где-то... Стоп.
Я тут вообще не был? Что? Что за безумие? Отсюда должен быть проход вправо где-то. Это похоже на проход вправо. И тут я еще не был вообще. И тут всякая летающая хрень и всякие шипы на земле, что не очень радует. Ну хотя бы летающая хрень умирает с двух. А, если бы я еще себя не отталкивал. Окей. Вниз я, конечно, могу спрыгнуть и посмотреть, что там. Я думаю, сначала я пройду сюда, потому что сюда я могу пройти сейчас. А если я спрыгну вниз, то сюда я вернуться уже не смогу. Потому что я буду внизу. И путь вниз выглядит не так, как будто оттуда можно вернуться. А тут какой-то храм еще один. Упс. Ну, отсюда тоже не очень получится вернуться. О, нет. Как это ужасно. Я уже ненавижу эту локацию. Летающие враги и платформы, которые исчезают, если на них встать. Или они просто по таймеру туда-сюда вращаются. В любом случае, это очень хреновое сочетание. Ну. Ну. Шикарно. Причем, посмотрев вниз, я не мог увидеть, что там происходит. И разделение пути. Я могу подниматься справа, я могу подниматься слева. Окей, это шорткат в начало. Это хорошо. И это, видимо... Босс местный? Или нет? Или что? Так, держать вниз. Кликнуть вниз. Кликнуть круг, держа вниз. Чем это мне помогает? То есть это просто боевая версия вот этого вот моего проламывания пола? Видимо так. Звучит так, по крайней мере. Хочу ли я спрыгнуть вниз? Пока что нет. А, да, это шипы. Да, как там неудобно запрыгивать. Он мне отсюда пришел. Не уверен. Да. Похоже на то. И все? Или я что-то пропускаю?
Видимо, все. То есть справа червь, слева обилка. Ну ладно. А тут что? Там была платформа слева. Окей, прокляты те, кто против короля или что-то типа того. И я опять в новой локации. Это выглядит как та локация, куда я приезжал. Третья локация, куда я приезжал. Мономон учитель в архиве, Дурен Вотчер в спайре в каком-то, и Хера чудовище или что-то такое. Ну ок. Ну, у меня явно нет карты. Я не уверен, что это вообще было и что он от меня хочет. Кроме того, что оно хочет, чтобы я не шел дальше. А торговец, который покупал у меня всякие вещи, говорил про 5 рыцарей. Один это Hollow Knight, правильно? Потому что он говорил, что там статуя этого рыцаря, одного из... видимо, одного из пяти. Трое это вот эти трое, которые... которые только что были. Пятый это... копейщица, возможно? Зарядить атаку и прорубиться сквозь... что? Сквозь грань между сном и реальностью. Или что-то такое. Кто ты вообще? Ей, ему нужно принести эссенс какой-то, чтобы усилить этот дримнейл. Ну ок. Сто эссенса. В
общем, эти трое, которые спящие, они меня засунули в... В сон. Ага. Мне нужно 100 этой фигни собирать. При том, что она по единичке собирается. Звучит нудно. Надеюсь, мне дадут чарм, который позволяет мне эти эссенсы тоже дистанционно собирать. Или я не знаю. Ну, ману я все уже потратил. Также там вроде бы были какие-то дополнительные проходы наверху. Или нет? Да, определенно были. Проходы в метро. Картограф, который отсюда уже свалил? Ну ок. Свалил так свалил. Racing Grounds. В общем, нифига непонятно. Что происходит и зачем оно происходит? Так, ну я попытаюсь купить карту. Наверное. Папа надо. Угу. Это помещает эти корни, которые... И могилы воинов. Ну, не, мне бы карту для начала. Остальное потом. В общем, теперь нужно искать все эти деревья и собирать из них эссенс. Это не очень хорошо. Тут что-нибудь обновилось? Нет. Но это в любом случае уже в следующий раз. Я хочу быстренько посмотреть на карту. Угу. То есть это дальше правее. То есть если бы я не трогал эти статуи для начала, а прошел бы дальше, то я мог бы найти там картографа. Видимо так. Синее озеро, вниз в город слез путь. Там один из спящих. Остальных мне написал, что пометил на карте, но как-то не очень. Видимо, мне нужно хотя бы побывать в тех локациях, где... А, нет, вот второй. Третьего я не вижу. Но как-то карта уже постепенно заполняется. Надо все-таки сходить в Туманный каньон. И, наверное, это следующая цель. Там хотя бы на карте его пометить. А, нет, там как раз третий. Что? На большой карте там помечен третий. Но, видимо, да, из-за того, что у меня нет карты Туманного каньона. Что у меня остается? Одна локация между городом Слезы и Бейсином. Одна локация справа от Бейсина, это куда я мог приехать. А что? Что-то должно быть сильно правее, потому что здесь есть метро. Правильно? Ну, поезд, в смысле. Туманный каньон. Наверху клиффы. Слева от Туманного каньона, возможно, еще что-то. В общем, не так уж много локаций осталось неоткрытых, но, блин, я в этих локациях половину всего не нашел, что там есть. Так что игры-то еще много, наверное. Ну ладно. На сегодня на этом все тогда. Я надеюсь, вам понравилось это видео, хоть и нифига не понятно. Спасибо за просмотр. С вами был Ваймс. Пока.